Доброго вечора. Ви на телеканалі Думська ТВ. Починаємо працювати у прямому ефірі в рамках «Вечір на Думській». Обговорюємо найголовніші теми. Почнемо говорити про ситуацію на 411-й батареї стосовно реалізації проєкту громадського бюджету. Що саме? Долучайтесь до нас. Зараз ви дізнаєтесь. Наша перша гостя у форматі «Вечора на Думській» Ольга Бекетова, місцева жителька. Будемо говорити про долю дерев на 411-й батареї спершу. І давайте подивимось інформаційний сюжет з цього приводу. Отже, дивимось і потім обговорюємо. Благоустрій чи вандалізм? Комунальники в куртках з написом «Обленерго» обчекрижили дерева на 411-й батареї. Мова йде про будмайданчик майбутнього Догтауну. Тут планують побудувати полігон для вигулу та тренування собак. Гілки дерев заважали встановити опори для освітлення. Місце з пилу жодним чином не обробили, тож туди може потрапити інфекція. Тоді рослини загинуть, говорять місцеві. Видали мені дозвіл ксерокопію номер 404 від департаменту екології, який розрішав благоустройство при наличі дозвіла на будівництво. Дозвіла на будівництво мені ніхто не показав. Спил гілок став неприємним сюрпризом навіть для авторів проєкту «Догтаун». За словами Олексія Коваля, собачий майданчик улітку має знаходитися в тіні. Таким чином відрізані гілки мали захищати людей та їх чотириногих друзів від спеки. В «Обленерго» стверджують, що до інциденту не причетні. Мовляв, зовнішнім освітленням займаються в КП «Міськсвітло». А ось в комунальному підприємстві від коментарів відмовилися. Наразі чекаємо на коментар від мерії. Це, як мінімум, вандалізм і неакуратно. Тобто можна було, я розумію, що там, може бути, мішала одна-дві ветки, але не так глобально. Когда приехали, нашли этих людей, которые это делали, пообщались и поговорили. Отфотографировал я лично сам все остальные деревья, которые дальше должны прокладываться кабеля. Посмотрим на результат. Будем надеяться, что нас услышали. Ну, на місці подій був наш кореспондент Валентин Жилинський. Саме зараз він на телефонному зв'язку і розкаже нам, що там відбувалось. Друже, ти в ефірі, будь ласка. Доброго вечора. Взагалі не зовсім зрозуміла ситуація, тому що не зрозуміло, хто насправді спиляв ці гілки. Ми бачили там людей у куртках «Обленерго», а звернулися до «Обленерго» за коментарем. Нам там надали чітку відповідь, що цю куртку міг використати хто завгодно, і загалом, і взагалі це освітлення встановлює міськсвітло. Міськсвітло від коментарів відмовився зовсім. Зараз чекаємо відповіді на мерії, від мерії, і досі коментаря немає. Пообіцяли приблизно, спілкувалися з цього питання приблизно 2-3 години дня. Ми будемо сподіватися, що уроки Галінського плато були все ж засвоєні, і якогось масового спиву дерев там не буде. Але ось активісти бачать, що проект не зовсім він чіпляє зелену зону. Будемо дивитися далі. Угу. Дякуємо, Валентин. Валентин Жилинський, журналіст, коментував події на 411-й батареї. Ну, повертаємось до студії. Ольго, ну як ви розумієте, що там відбувалося, і найголовніше, що може бути? Знаете, я живу там уже больше 8 лет. У нас есть группа, которая активная, и мы занимаемся обустройством 411-й батареи как парка. В этом году сделали дорожки велосипедные и дорожки за для пешеходов. Вам нет, мы, слава богу, договорились с нашей мэрией. Мы очень долго это все обсуждали. Ни одно дерево в процессе обустройства этих дорожек не пострадало. Мы провели там на этой 411-й батареи, мы проводим все свое свободное время, потому что мы там живем, мы хотим, чтобы там было красиво, уютно. А раньше со стороны Ореховой просто заезжали машины, и, ну, это была большая парковка. Все было изъезжено, шашлыки, все дела, пьяные, мусор и все остальное. Сейчас там очень симпатично, высадили 700 кустов жасмина, поставили ограждение, машины туда больше не заезжают. Люди, как порядочные, с парковки приходят, приносят, жарят шашлыки. Мусора стало меньше, мы поставили мусорники.
с помощью нас добились того, что стало два уборщика на территории, а не один, как был раньше. Ну, то есть парк стал действительно краше. Парком. И вот буквально, наверное, неделю или полторы недели назад мы заметили, что начала образовываться какая-то стройка непонятная. А что самое з'явилось, перше и потім? Начали появляться дырки. Дырки были большого диаметра, прямо возле деревьев. Некоторые дырки были прямо посредине деревьев. Мы стали интересоваться, что происходит. Подняли депутатов. Говорят, это будет строительство доктауна, это общественный бюджет, реализация проекта. Мы обратились к автору проекта, обратились к мэрии. Нам сказали, что документации нет. Мы договорились встретиться 18 числа для того, чтобы обсудить, как это все будет выглядеть, потому что границы парка до сих пор не определены. Никто не понимает, где заканчивается зеленая зона, где начинается парк, где вообще проходит линия, стоп-линия, на которой нельзя ничего строить, потому что то место, которое сейчас обустраивают, там проходят 4 коллекторные трубы. Это вся канализация, которая выходит с Киевского района. Так. На очистных сооружениях она очищается и потом выходит в море. И само на них по проекту будет будуватися цей доктаун? Да, и самое вот именно в этом месте будет строительство этого доктауна. Мы тоже очень удивились. Таке розуміння, що просто ткнули пальцем, де, а не зробили якийсь висновок, аналіз? Геодезист до сих пор там ходит. Вот сегодня было показательно. Они устанавливают свою канализацию, то есть ставят там септик. Несколько раз рыли и попадали на трубу. То есть они сами не понимают, где проходят коммуникации. Никакое геодезическое подоснову нам не показали. Так. Мы вообще не видели ни одного документа, кроме дозвола на установку щита. Они действуют там вообще ничем не руководствуясь. То есть эти ямы, которые мы первый раз увидели... Так, да, давайте последовательно, как все было. Да, мы просто обалдели, потому что они проходят реально между деревьями или очень близко к деревьям. Мы сразу забили тревогу, пригласили журналистов. Журналисты приехали, посмотрели, осветили это в СМИ. После этого на аппаратном совещании был устроен такой скандал, что активисты, негодяи прошиповали деревья, деревья умрут. Приехал начальник... А вы были в той день, когда активисты, ну, скажем, шиповали дерева? Да, я была в этот день. А кто сделал этот висновок, что это необходимо, и что главное, что это может помочь остановить строительство? Дело в том, что вот эту территорию 1,4 гектара, которая по проекту... Ну, проект, опять же, мы видели только на сайте citizen.odessa.ua, то есть это проект, за который голосовали. Какую документацию сейчас сделали на этот проект, нам не показывают. Мы не видели вообще ни одного документа. Огородили кусок территории, который включает в себя большое количество деревьев. Плюс эти ямы были вырыты ровно по меже деревьев. Приблизно то есть можете сказать, сколько дерев? 80 деревьев мы насчитали, прокололи, которые попадают в зону застройки. И для того, чтобы эти деревья не спилили, мы вызвали экологов, посоветовали с ними. Они сказали, что это крайний метод, это шипование. То есть это под кору загоняется гвоздь диаметром 100 мм. То есть он не мешает никак дереву. Это не насквозь, это именно под кору. Но деревья эти спилить уже бензопилой невозможно, потому что ломается бензопила. Мы посчитали так, что если эти деревья и так идут под снос, это радикальная крайняя мера, которая поможет защитить эти деревья. Подивіться, ми питали у депутатів міської ради, і вони запевняють, що жодне дерево, ось буквально жодне, навіть одне дерево, ви, можливо, бачили цей ефір, не постраждає. Понимаете, в понедельник так і було все це озвучено. Ну, вже во вторник я прийшла, коли гуляла з собакою, я побачила вот то, що відбувалося. Деревья были опилены вот таким вот образом. Это раз. Кроме того, на территории 15 застройки росли еще и шелковицы. То есть, ну, это сорные деревья, но они там росли, они все были выкорчеваны. То есть заявление о том, что ни одно дерево не пострадает, уже, ну, это просто манипуляция со стороны властей. Так. Если ни одно дерево не пострадает... Но поки що жодне дерево не спилили, давайте так. Тобто вони, що зараз роблять? Вони, ну, окремо якось, да, там відділяють... Вони відділяли ветки. Так. Причому некоторых деревьев опилили ветки так, что со стороны, у них со стороны доктауна
ничего не осталось, просто голый ствол, а с другой стороны торчит одна ветка. Угу. Если это дерево выживет, то это будет чудесно. Угу. Но поскольку это так была опилена крона, так нельзя опиливать. Они спилили полностью нижние ветки, средние ветки, верхние ветки. Но я розумію, що це робили не спеціалісти. Чи конечно, нависно, не спеціалісти. Якщо розуміли, то завдати шкоди. Видимо, это делали ночью, потому что еще в 3 часа дня, когда я там проходила с собакой, деревья еще не опиливали. Утром в 9 утра уже лежали ветки. Спилы были некорректные, потому что вы даже на фотографиях видите, их просто эти ветки отрывали. Они должны быть замазаны, если эти ветки больше 5 сантиметров, они должны быть замазаны краской. Кто пилил? Строители говорят, что это Инфокс Водоканал пилил. Мы спросили их, почему Инфокс Водоканал? Да. В куртках Обленерго, да. Так, а в вы понимаете, шапках, происходит простая подмена понятий. Люди постоянно нас обманывают. Они не могут понять о том, что это делается проект, за который голосовали граждане. И сам автор проекта признает, что происходит что-то, что он вообще так не планировал. Ну, давайте почуємо депутата Одеської міської ради Ірину Куценко. У нас на телефонному зв'язку. Пане Ірино, доброго вечора. Добрий вечір. Ну, ось яка ситуація. З вами ми говорили на цю тему стосовно ситуації на 411-й батареї, будівництва так званого доктауну. І ви нас запевняли, що жодного дерева не буде спилено. Але сьогодні ми бачимо, що під покровом ночі порізали дерева, спили гілок відбувався, та, наскільки ми розуміємо, там шовковицю повикорчовували. Ну, щось відбувається таке не дуже зрозуміло. Чому це роблять ввечері, не зрозуміло, хто це робить, і чому все ж таки це роблять? Будь ласка, ваш коментар. Я можу сказати тільки, як чоловік, який... Я ж з технічної частини можу відповідати, але те, що відповідь я сьогодні отримала, ті підрядчики, які ведуть электричество вдоль всего по столбам, те ветки, которые мешают, у них есть техническое заключение по удалению веток. Относительно шелковицы, то, что вы говорите, я об этом еще говорила в самый первый день, что когда там выступали некоторые, не эти активисты, которые нормальные в 411 батареи, которые действительно правильно поднимают вопросы деревьев, а вот другие псевдоактивисты, которые позабивали там, не гвозди даже, а повкручивали саморезы, они же вот в ту ночь, когда сносили забор, они же удалили, там же прям лежали эти 3 дерева, которые я фотографировала и говорила. Завтра придут и скажут, что это удалил там автор проекта или удалила экология. А на самом деле эти дерева были поломаны, это которые ближе уже там в середине площадки и там с краешку площадки. Но как сегодня ответили мне с экологии, что подпил деревья, спил, который идет вот веток, не самих деревьев, правильно надо выражаться, а веток, происходит по техническому заключению Зелентреста. То есть там ветки, которые сухие, которые мешают для ведения электролинии, вот они. Не сами деревья, никто не страдает. Але є розуміння, що спил цих гілок виконався таким чином і не був, скажімо так, далі технічно завершений таким чином, щоб дерево залишилось живим. Ні, це неправда. Абсолютно не так. Можно поехать прямо сейчас на территорию, посмотреть, что сбоку ветки, которые удаляют под столбы, я лично была там, смотрела, но их подпиливали. И я потребовала техническое заключение на каждый подпил каждого дерева. То есть почему, сколько сантиметраж и это у... Пані Ірино, а що робити? Ось дивіться, яка ситуація. Начебто добре діло, там добра справа, реалізація проєкту громадського бюджету. Але ми бачимо, там з боку активістів є нерозуміння, яким чином це відбувається. А найголовніше, з боку місцевих жителів, які там виступають теж проти цього. Можливо, для того, щоб... Всім стало зрозуміло, який план дій. Треба зібрати круглий стіл і всім поговорити, задати один одному питання, тому що це відкладається, а ситуація якось змінюється на місці подій. Ну, це абсолютно не так, так нельзя говорити. По-перше, встреча з місцевими жителями, було 5 встреч з місцевими жителями. Навіть сьогодні у автора проєкту була встреча з місцевими жителями, коли автор проєкту говорить, от є то, что неправильно выполняет подрядчик. Подрядчик прямо на месте это
и устранял те недоработки, которые делаются неправильно по проекту. Пані Ірино, можливо, саме зараз у прямому ефірі. Якщо нужно встречаться і розговаривати, я готова виступити з ініціатором, помочь и с экологией, приглашать и подрядчиков, и разработчиков проекта, и технадзор, и авторский надзор. Зараз ми... было понимание... Зараз ми працюємо у прямому ефірі. Ви це добре розумієте. Дякуємо, що ви долучаєтесь до нашої розмови. В студії у нас знаходиться Ольга Бікетова, місцева жителька. Можливо, у неї є до вас питання, і ви можете на них відповісти. Будь ласка, Ольга. Здравствуйте. Я хотела бы уточнить следующее. Я сегодня пришла туда в 9 утра, увидела, что очень много веток опилено. Опилено, причем неправильно, потому что ветки некоторые были не только опилены, но и сломаны. Все они валялись там. Никакой документации о том, что это опилило облэнерго или Зелентрест или экология, я не увидела. Кроме того, все эти спилы не были никак обработаны. Вот фотография, которая сейчас на экране, она показывает это очень наглядно. Нас беспокоит, как местных жителей, почему такое отношение к деревьям. Мы боимся, что все эти деревья будут идти под снос. На проекте, который я смотрела на Citizen Odessa Я, было указано, что забор будет построен в сеточку. То есть сетка рабится. Сейчас ставится такой забор, который предполагает профнастил. То есть уже идет несоответствие проекта. Самого проекта мы не видели в глаза. Пожалуйста, покажите нам проект и проясните, как это все будет происходить, потому что от недостатка информации происходят вот такие вот вещи. Чудово. Пані Ольга, будь ласка. Спасибо. Спасибо, Ирина, я услышала вопрос. Ну, я не должна, наверное, показывать сам проект, потому что я же не автор проекта, я не заказчик, я не исполнитель. Я просто в курсе самих дел, поэтому я могу прокомментировать. Относительно профнастила, той части, где будет выгульная часть, или где сам парк, несколько деревьев захватывается как бы для выгула по проекту, там будет проходить сетка. И не будет, и сегодня это опять звучало, и это обсуждали. И между площадками не будет, то есть будет видимость, то есть тоже сетка. А вокруг, ну, это было согласовано с жителями, которые были в последний раз, что должен быть не бетонный забор, не еврозабор, чтобы это люди не видели капитальных никаких строений, это было обговорено с жителями. Теперь относительно деревьев. Вместе с представителями, кто выполняет подрядные работы, был эколог, и они под его надзором это делали. Угу. Я так понимаю, что работы, когда будут закончены, они сделают обработку. Но это я уточню завтра еще раз. Но я думаю, что вот эти все вопросы, которые есть по подряду, по проекту, что я завтра созвонюсь с начальником экологии, так как они заказчики этого проекта, то пусть они проведут такую еще одну очередную встречу с жильцами, где можно провести и ответить еще на неотвеченные вопросы. Да. Скажите еще, пожалуйста, когда будет щит? Потому что сегодня я подошла в 9, мне сказали, что информационный щит будет висеть через 2 часа, через 2 часа это 11. Я пришла туда в час, информационного щита не было. Чтобы решить эти все вопросы, достаточно просто повесить информацию. Кто заказчик, кто выполнитель, кто подрядчик. Тогда у людей не будет никакого, понимаете, все переживают за этот парк, потому что это единственная зеленая зона, которая у нас осталась на Таирово. Все берегут эти деревья как зеницу ока, потому что благодаря им мы дышим. Если будет такое небережное отношение ко всему, ну тогда мы просто потеряем нашу зеленую Одессу и будем жить на лысой равнине. Потому что деревья на нашей территории приживаются очень тяжело. Очень много усилий стоит вырастить одно большое взрослое дерево. Мы их постоянно там подсаживаем вместе с Зелентрестом. Каждый день ходим, поливаем, смотрим. Но очень мало деревьев принимается на 411-й батарее. Мы занимаемся этим планомерно уже в течение 3 лет. Из этих 3 лет принялось, наверное, 40%. Причем, что постоянно мы за ними ухаживаем, постоянно поливаем. Вы понимаете, как нам это больно видеть, когда такие деревья обрезают? Это же уже этим деревьям по 80, а то и больше лет.
как они красиво растут и как они дают хорошо тень. Собаки ж это животные, они почули ж не могут вас, заниматься. Пані Ольго, почули. Пані Ірино, до вас звертаємося з проханням, щоб ви, якщо ви це можете зробити, взяли на особистий контроль це питання і по можливості дали нам зворотній зв'язок і стосовно таких елементарних питань, інформаційний шиток і тому подібне. Ми дякуємо вам, що ви готові з нами говорити і розуміємо, що ви не маєте прямого відношення до цієї справи. І все ж таки дякуємо вам і раді, що ви долучаєтесь до нашої розмови. Насчет чітка, я просто прокоментирую. Я сама жду второй раз чіток, тому що коли вони тільки приступили к роботам, утро, я помню, как я ехала, я же езжу каждый день, я там тоже живу. Я ехала и видела один щиток и другой. Когда мы встречались с жителями, вот последний раз, когда был брифинг, и люди задавали вопросы, они сказали, что им нужно время изготовить, и они установят с одной стороны и со второй. Я постараюсь, чтобы завтра их поторопить, чтобы они выполнили обязательства скорее, и все действительно могли видеть, что, как. Какие деревья, количество подрезки, которые ну, подлежали. Вот. Чтобы почули. Мы могли увидеть те нехорошие действия псевдоактивистов, не ребят, которые защищают 411 Б3. Я разделяю этих людей. Одни, которые просто пиарятся, пытаются, а другие действительно заботятся о том воздухе, который, к сожалению, возле очистной станции благодаря этой дубовой роще так. и есть. Тому спасибо, Ольга. Я открыта к общению да. и через социальные сети. Это очень важно. И мобильный да. мой телефон. Спасибо большое, да, так. спасибо. Это очень важно. Пані Ольга, дякуємо вам. Пані Ірино, вибачаюся. Ірина Куценко, депутат Одеської міської ради, була телефоном. Бажаємо успіху в цих питаннях, і якщо треба, долучайте нас до цього. Ну, я думаю, що ми будемо держати руку на пульсі і будемо вас визивати, коли у нас будуть очередні неприємності, але сподіваємося, що все пройде гладко. І ми сподіваємося. Да, дякуємо буде вам хорошо. За участь у ефірі. Ольга Бікетова, місцева жителька. Невелика пауза, і повернемось до студії. Дочекайтесь.